У меня столько сообщений было. Андроид, спасибо за подписку. И то есть я устала прям отвечать. Один и тот же вопрос вот реально задают. И как бы вот. Я вот за эфир, за этот час, наверное, тоже уже раз 15 ответила. Артём, привет! Приятно познакомиться. Ой, спасибо за комплимент, мне очень приятно. Скоро будешь петь в эфире, приходи. Хорошо, посмотрю. Я из Перми. Катерина, главная эмоция. Положительное ты хотел сказать? Гаврюша, ну, неважно, какой у меня рост. Артем, нет, я люблю именно чувственную музыку с глубоким смыслом, попсу некоторую, но не всю. Ноготочки огонь, спасибо. Да. Ну, научи, как, пожалуйста, ну, давай, скажи мне. Можешь... Нет, не могу. Спасибо за подписку. Наглый фрукт. Привет, они меня тут вопросами закидали. Еще раз тебе. Про ведущую закидали меня вопросами. Я бы кинул бы тебе что-нибудь. Подожди, сейчас давай. Если я не умею эмоционировать, ну, извините, я сказала то, что я тут буквально пару дней. Вот так вот, типа, сыграть ноготочками вдали. Ну, типа, не видно же даже. Вот так? Я на пианино играть не умею. Так, Артём, это то, что типа ноготочками? О, понятно. Хорошо, я поняла. Вот мой нос, смотри, пожалуйста, я его не прячу. Сейчас так и будет, да, спамить? Одно и то же писать. Да я не на каждого что-то. Я помню. Я помню. Я же не могу там на всех, извините меня, подписаться. Это же вообще... Кеша, привет. Да, я же тебе говорю, наглый фрукт мне пишут, типа, 10 раз, блин, это. И в эфире, вот пока тебя не было, мне 500 миллионов раз писали. Я уже устала отвечать на этот вопрос. Двоечник. Спасибо за подписку. Здравствуйте, здравствуйте. Так.
А наглый фрукт как? Ты мне объясни, пожалуйста. Привет, дела отлично у меня. Ну, хорошо, после эфира мне объяснишь. Ну, я вроде подписывалась там на пару человек семьи, но я же всех не знаю, правильно? И вообще в целом, как это, что это? Спасибо. Офигеть. Огромное спасибо. Спасибо за подписку.